Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня у меня презентация моего нового мастер-класса по вязанию вот такого комплекта из ангоры, бактуса плюс шапка в стиле Бербери. Девочки, такие комплекты можно вязать в совершенно разнообразных цветовых сочетаниях, таких, которые вам больше нравятся и больше подходят там под вашу одежду или под ваши желания. Единственное, что неизменными остаются вот такие черно-белые полосы. А основной цвет и контрастный цвет можно выбирать по вашему усмотрению. Например, я вязала уже в нескольких цветовых вариантах. Еще один, который я могу сейчас вам показать, который у меня есть сейчас под рукой, это вот в таком цвете, вот такое решение. Это основной здесь цвет серый, контрастный цвет синий. И как вы видите, черно-белые полосы, они остаются неизменными. И еще я вязала тоже там в цвете, где основной цвет серый, только контрастные полосы были розовые. Я вам вставлю фото и видео этого комплекта. Вы посмотрите. Просто сейчас у меня его нет в наличии. Его у меня купили. Кстати, я его вязала уже не в одном экземпляре. Очень понравилась такая расцветка людям. А эта расцветка именно такая в классических цветах Бербери. Здесь основной цвет бежевый и контрастные полосы красного цвета. Значит, можно какие угодно цветовые сочетания использовать в этом мастер-классе. Я где-то даже видела на просторах интернета, где основной цвет белый и смотрится очень-очень нежно и красиво. Я видела, где основной цвет желтый. Я видела, ну, разные цветовые решения, которые только вам могут позволить, может, ваша фантазия. Значит, так, девочки, из чего я вязала данный комплект? Ну, во-первых, комплект состоит, как я уже сказала, из бактуса и вот такой шапки с отворотом. Это то, что в мастер-классе будет. Шапки тоже могут быть разного фасона. Например, в этом сером комплекте у меня просто без отворота идет шапка бини. Но в конце я использовала резинку. В том комплекте, который я вам покажу на фото, там тоже шапка бини, но она без резинки, а именно классическая идет бини. В общем, шапки вы можете вязать такие, какие вам хочется. В мастер-классе у меня именно вот такая, с отворотом, для того, чтобы ушкам было тепло. Вот, и смена цвета и смена полос здесь в том же сочетании, как и в бактусе. Как я уже сказала выше, связан у меня этот комплект из бобинной ангоры. Вот такая у меня бобинная ангора. У нее идет, в зависимости от состава, идет либо метраж 700 метров на 100 грамм, либо 800 метров на 100 грамм. Именно вот этот комплект у меня связан из ангоры 60. В ее состав входит 60% ангоры и 40% нейлона. И метраж у нее 700 метров на 100 грамм. Если ангора 80, у нее 800 метров на 100 грамм. Это незначительное различие, поэтому можно использовать любую ангору с любым составом 50, 60, 70, 80, 90% ангоры в составе пряжи. Это все можно использовать. Значит, приобретать нужно будет основной цвет, например, и дополнительные цвета, вот черный, белый, вот в моем случае красный. В вашем случае такой, какой вы захотите использовать в своем изделии. Что входит непосредственно в мастер-класс? Значит, в мастер-классе практически попетельное описание вязания бактуса. Там рассказано и показано, как набирать, как вывязывать вот такой красивый набор, красивый боковой край, что с одной, что с другой стороны, который совершенно не заворачивается, не закручивается.
очень он хорошо выглядит и с лицевой, и с изнаночной стороны. Далее в мастер-классе показано, как производить смену цвета, как затем прятать кончики для того, чтобы они были незаметны, они незаметны ни с какой стороны. Вот так аккуратно все выглядит с одной и с другой стороны. Значит, также в мастер-классе рассказано и показано, как формировать и потом вывязывать вот такие вертикальные цветные дорожки. Что касается шапки, значит, здесь практически на все размеры там дан расчет шапки. Он вяжется, шапка довольно простая, она вяжется резинкой, а далее лицевой гладью. Там показано и рассказано, сколько петель нужно набирать на тот или иной размер, как потом распределять петли для того, чтобы потом мы смогли сформировать вот такие вертикальные цветные дорожки. Тоже рассказано и показано, как менять, производить смену цвета, как потом прятать кончики нити для того, чтобы с обратной стороны не было ничего видно, аккуратно и красиво выглядела шапочка. А также как сформировать и вывязать вот такую аккуратную красивую макушку. Так, бактус, значит, у меня связан на спицах номер 5, шапка связана на спицах номер 4, но про все инструменты, которые вам понадобятся по расходу пряжи, это все, вся информация есть в мастер-классе. Значит, не пропустите выход мастер-класса, девочки, первые 3 дня очень большие будут скидки. Очень выгодно можно приобрести, практически там такое копеечное дело. Так, значит, где будет продаваться мастер-класс? В основном вся продажа у меня идет в Инстаграме. Пишите мне в директ, либо пишите под публикацией, под которой я выставлю именно продажу мастер-класса. У кого нет по каким-либо причинам, кто не зарегистрирован в Инстаграме, внизу под видео будет дан адрес моей электронной почты. Пишите на электронную почту, я вам вышлю все данные для оплаты, и после оплаты я вам вышлю тоже также точно на электронную почту уже файл. Файл, значит, с мастер-классом будет в формате PDF, открывается абсолютно на всех устройствах, никаких проблем не будет у вас с открытием и с прочтением. В мастер-классе как текстовое описание, так и видеоуроки по всем абсолютно основным или сложным, или основным моментам при вязании данного комплекта. Значит, вяжется комплект довольно-таки быстро. У кого будет огромное желание, вы еще успеете себе к новогодним праздникам связать такой комплект. Либо в период, когда во время новогодних праздников будут какие-то выходные, вот с пользой провести дело, связать себе вот такой шикарный комплект в любом цвете, в таком, в котором вы захотите. Оплата за мастер-класс принимается на банковскую карту, либо на PayPal. Это для покупателей из других стран. В принципе, у меня все. Самое основное я вам сказала. Кому понравился этот комплект, кто давно хотел связать, многие мне писали, просили, чтобы я сделала этот мастер-класс. Пожалуйста, жду вас всех в Инстаграме. А на сегодня у меня все. Не забудьте, кто не подписан, подпишитесь обязательно. И нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить мои следующие видео, которые будут выходить на моем канале. На сегодня всем пока!